Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте победителя конкурса на розу с 8 марта Дмитрия Шевченко. Сейчас, секунду, админ панельку спрячу. В общем, не захотел он розу. Был конкурс на розу. В принципе, роза продается за большой пак, и он попросил взять ему пак большой. Женя топ, спасибо. Пак большой с рынка, в принципе, я забрал. Ничего такого, скажем, страшного. Захотел, то и захотел. Так, тут есть у нас Феникс. И, возможно, мы выбьем Охника. Так, окей, поехали посмотрим на аккаунт. Понятно. О, ничего себе. Ну что, поздравляю, забрали еще и минуса, походу. Супер. Вот так вот бывает, ребят. Да, забрали Минотавра. Теперь у него есть еще и Минотавр. Забираем плюшечки. Вот такая вот награда у нас. Так, находится он в гильдии Академия. Первые места. Лидер ВК. Айдишка. Декан. БГ первые, вторые места. Атака фортов. 20.00. Босс 3.5. 21.00. 21.30. Ну что, поздравляю, поехали посмотрим, что у него там за герой есть, кто есть, кого нету. Бигфута нет. Вольта, Некроса нет, Тесса, Трифит. Так, ну есть у него Ледяха уже. Сейчас попробуем Огника собрать, отлично. Так, давайте начнем с самого интересного. Пооткрываем рунки, пробежимся по акциям. Раскол, отлично. Ложный такое себе. Еще один. Да нафиг они нужны. О, порочный пакт. Поздравляю. Исцеление вообще топчик. Сейчас героев глянем. О, блин, сколько ложных падает. Ремочка, супер. Раскол. Ну, для архидемона более-менее пакт. Неплохо, неплохо. Мне это нравится. Так, гнев такое себе. Такое себе. СО, отлично. Еще одна ремка. Нифига себе. Еще один пакт, ребят, ну это супер, железка, я считаю, для аккаунта психощит. Что еще надо? Грубая сила. Еще один пакт, смотрите, сколько мы пактов вытащили. Ну и ложных, конечно, дофигища упала. Грубая. Еще одна грубая, ну давай ремочку. Вот так вот, ребят, ну просто супер. Что могу сказать? Поздравляю, теперь у тебя аккаунт не настолько прост. Так. Что там у нас было еще интересного в этом паке? Ну, открываем. Что у него по ресурсам? По ресурсам у него печаль, конечно. Поздравляю тебя с лазулей. Отлично. Ну, я считаю, это лучше, наверное, чем роза, в принципе. Ух ты, сколько у него тут места, фига себе. Коробок нет? Нет. Так, давайте ему сразу же скин качнем немножко. Потом он собирает КГшки. Скажите, бля, опять слил ресурсы. А может так надо? Так, что у нас по событиям? Разбиватели яиц. Ну, поехали. Попробуем словить какую-то ему плюшку. Вдруг повезет. Что-то интересное вытащим. Бум. Фига себе, что целую розу вытащили? Да ладно. А, бля, 10 осколков. Я уже думаю, ни хрена себе, IGG. Ну, зато у тебя 10 осколков розы уже есть. Вот так вот. Так, отлично. Поехали дальше, посмотрим по акциям. Выращивай призы. Разбей яйца, поехали. Да уж. И значки почета. Значки почета. Ну, здесь отсюда розу Огника
Очень сложно вытащить за минимум. Я что-то не видел. Мне, наверное, показалось. Наверное, показалось. Я быстро так щелкнул. Я надеюсь, это роза. Ну, наверное, вряд ли. Это ведьма. Это ведьма. Так. Бинго. Большая выгода, обожание. Так, базар. Базар, супер наборы. Таланты выигрывают. Большая выгода. Давайте сюда зайдем, заберем плюшки. Та-та-та-та. Поэтому это уже закончилось. Жду 11 числа на ёбщике. Что за прикол? И... Фига себе, вот прикиньте, вот так вот они разводят людей. Написано до 11 числа. Что за развод, блин? Жесть какая-то. Разводил его, в общем. Вот скажите, и как после этого на русском сервере играть можно нормально, если вас, блин, разводят на элементарных акциях? Типа, событие закончилось, оно до 11 числа. До утра. Рэнки. Карта подземки. 100 самиков. Да уж. Подтвердить. Ну, хоть кристалликов немножко наберем. Вернем за скин. Карта подземки. Ну, конечно, смешная эмблема. За два пака, по сути. Ну, как доп. Акция, возможно, интересно. Так, сущность. Сущность. Так, отлично. Давайте еще выращивая призы забежим, пока не пропало. Саженец посажен. Давайте его поливаем. Блин, как удобно на английском. Все намного быстрее. Не тратишь кучу времени на это. Легендарные. В принципе, да, лучше, конечно, Лазулю и этого. Плюс у него уже Минотавр есть, это тоже немаловажно. Теперь у него проблем с битвой гильдии, думаю, вообще никаких не будет. Так, забираем эти все плюшки и идем открывать. Глянем, что там у него на минусе. И глянем его склад. Так, отлично. Герой. Герой, герой, герой. Герой, герой, герой. Так, Минотавр у нас открылся сразу же. Сейчас я гляну насчет Фрэнки. Фрэнки недостающий. Ну что, поздравляю. Отлично. Ведьмочка есть или нет? Да, ведьма есть. А вот с Фрэнки еще... Удача, ребята, это реально удача. Еще вытащили одного недостающего. Отлично. Так, хорошо. Хорошо.
Смотрим, что у нас тут есть. Минотавр. Блин, был бы пятый бог войны, это было бы эпично, конечно. Так, хорошо, что у него здесь талантов никаких нет. Нет, к сожалению, ничего нету. Так, ну вроде все акции заюзали, поехали. Поехали испытывать удачу. 10. 60. Ну давай, рандомчик. 160. Ну все, я тебя поздравляю, у тебя есть огник. Тут без вариантов, тут просто мы его сейчас собираем. В любом случае. Так. Поехали. Смотрим. По-моему, мы уже его собрали, даже у нас остались. 202 осколка, ребят. У него было 7 осколков. Так, давайте так посмотрим. Тут у нас еще награды, еще 2 есть. Открыть 2, еще 25. В общем, вот так вот. Поздравляю, Огнекрыл, у тебя уже есть. Сейчас я ему напишу. Так. В принципе, что писать, зайдет, сам покачает уже. Обменять осколки. Попробуем выролить ему, может, талант. Если повезет. Кулаков у него тоже не ахти, но будет стимул играть и качать. Да, супер. Вот это, конечно, круто получилось. Так. Ребят, сколько сразу недостающих героев. Фрэнки, Лазуля, Огник. Что еще надо? Именно Тавр. Супер. Так. Ну что, давайте попробуем. Попробуем талантики из 4 героя. Но минимум 3 из них надо нормальные таланты. Давайте немножко за самики. Бег, ну это однозначно Минотавр Рудулёва ценит. Так, раскол. Говорю, раскол, ракушка. Ну дай пятерку. Блин, ремка ни о чем. Рандомчик. Блин, жесть какая-то. Будет пятерка у нас. Давайте на огнике порулим. Просто изи, ребят. Просто изи. Можно было, конечно, именно Тавру поставить. Ну ладно. У него все равно аккаунт донатный. Давайте до 20к. Саморазрушение. В общем, это было эпичненько. Такое себе. В общем, ладно, потом определиться, кому поставить. Ну, что могу сказать? Неплохое 8 марта у него было, хоть он и не девушка, но я считаю, он доволен будет. И будет довольна вся гильдия. Плюс один... Хороший аккаунт. Пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсе. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.